Стеллинга Тони Робинса и сказал, все неправильно делаем, все неправильно. Рассказал о том, что наша энергия, она движется либо вверх, либо вниз. Ну, вы понимаете, надеюсь. И когда мы выражаем, допустим, свой восторг словами, которые понижают нашу энергию, мы себя выводим из состояния эйфории. Не нужно быть другой личностью, не нужно переделывать свой образ мышления. Нужно переделать просто некоторые слова, которые понижают вашу энергию в тот момент, когда нужно повысить. Ведь энергия, она нужна вообще вам по жизни для всего. Чтобы работать, чтобы любить семью, чтобы заниматься собой, чтобы куда-то развиваться и двигаться, вам все время нужна внутренняя энергия. А вы, не замечая этого, сами себе программируете. Все знают.